хорошо. Ну ти взяв такий разгончик бив і все обмав. Назад отмотаєш. Это та группа, которую прям все запросили. Нет, не все, часть просила. Это их, возможно, один из самых тяжелых треков. Ага. Я его уже слышал. Он еще его не слышал, но... Ну пока прикольно, но пока прикольно. Ну он прям... Нагнетающий, да. Привет. Это мы. Давай назад чуть отмотайте. Break the wall. Поехали, сейчас припев будет. Мощный припев. Чик. Восстанем. Я так понимаю. С нашей силой. Давай. Прикольно так. Они там вдвоем или втроем одновременно пели? Так они прям живую варят нормально. Вот как вот, но как будто пока вот, нормально, как да. Как будто в записи слушаешь. Ну, блин, вот не зря их там, конечно, надрачивают. Нахваливали. Не надрачивали. Ну, и в смысле, что пока в процессе обучения становления их надрачивали. Видно, что, блин, у них дыхалку не сбивается. Хотя вот одна песня только, что я говорю. Ну, она меньше. Мощненько. Не танцулят. Мощненько, нравится. Хорошо, прям. Ну. Ну и припевчик полетел, ну. Хорош, прям. Надеюсь, солечок будет. Да? Не помню. Давай, спаси мир. Ух, прям такой брейк, типа. Прям нагоняет. Ну там, где-то там был такой солячок маленький. Такой перепад был большой, да? Не бойся. Не бойся. Не потеряй свою судьбу. Сюда. Что-то гитара соло наигрывает, но плохо слышно. О, там гитара сзади играет. Я же тебе говорю, что-то накидывает. Легкая, там. Ну. Не дали наперед выйти. Надо было чуть гитарку ту наперед кинуть, ладно. Не, ну не так, типа как лайв-версия. Возможно, в клипе там, да, она... Ну, возможно, возможно. И существует. Она существует, просто не так, как хотела тебе. Ну, это прям хорошо было.
гитарочки эти прям, они такие прям вот сюда заходим. Просто ну, это ракешник, да, ракешник такой классический с переходами. Ну, вот это все-таки в Корее, господи, в Корее есть, есть рок. Но есть. Причем довольно-таки, ну да, это коммерческие отчасти. Ну, конечно. Что он написан другими людьми, а не ими своими. Но даже для такого... вполне хорошо. Что касаемо вообще, в принципе, рокешников в Корее, до хера есть групп. Что-то... Я когда монтировал, когда я врубил какую-то одну песню рокешную, по-моему, даже я врубил тот самый Day 6. И мне потом, блядь, списком пошло. Пошло все подряд. Рокешник, металл, там просто чё. Не, ну понятно, что по-любому есть, просто вещь. На каком уровне. Вот, что, так нет, ну написали, что там такое. А там прям... Пошла жара по трубам, да? Да, чтобы это не были как в Японии, то вот J-Metal там вообще просто было бы развалка и DMC. Ладно, что по треку? Ну, нормально все. В принципе, такой классический. Долби... Но такого прям, что... Не, чтобы удивить, конечно же, не удивил, но это понятно. Не, ну, ага. Но то, что хотя бы он есть там, это уже это хорошо. Же, это же рокешник, он существует. Но он, по крайней мере, там есть, это плюс. Ну и прикольно. Там по тексту, короче, давай спасем этот мир. Come on. Давай, не сюда. Сделай это. Let's fucking do it. Спасем. Типа, не бойся. Don't be afraid. Долби, долби, не получится. Там что это была фраза, я не помню. Короче, нет, трек пушка, плейлист. Она мне уже есть. Уже очень-очень. Какого шустенький, не? Я еще, блин, месяца, наверное, полтора запущу послушать. Ты жулик. Чисто случайно. Она попала, я такой, ну что, пропускать что ли? Сразу да едно закидывай. Но у них есть еще такие тяжелые треки. Послушаем. Тут я еще не слышал. Тот, кто просил. Если еще хочешь, накинь. Нет, не то. Я сделал это. Возможно, там был другой трек, но я сделал это. Так что да, лайк за девчат. За то, что чтобы стены все-таки того самого. И всем спасибо всем. Пока. Пока.